Новогодние скидки в Дарник Оптика на Ватутина 46 уже начались. На все очки скидки от 20 до 50%. Проверка зрения бесплатно. Дарник Оптика, Первоуральск, Ватутина 46. Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Общая сумма доходов на 2024 год составила 7 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2023 году эта сумма доходов составляла 5 миллиардов 282 миллиона рублей. Общая сумма расходов, запланированных в бюджете на 2024 год, составила 7 миллиардов 225 миллионов рублей. И бюджет уже на 2024 год сформирован теперь с предельным дефицитом. Сумма предельного дефицита составила 204 миллиона рублей. Более 50% составляют расходы на образование. Это наша сеть школ, детских садов и учреждений доп. Образования. На втором месте по объему запланированных расходов у нас составляет жилищно-коммунальное хозяйство, расходы на ЖКХ. Это 13% от общей суммы бюджета, и сумма запланированных расходов составляет 944 миллиона рублей. Как коррелируется вот это увеличение бюджета с нашими актуальными проблемами? В части с проблемами водоснабжения, которые у нас существуют, которые необходимо решать. Всего 4 аварии произошло крупных на Нижнесергинском водопроводе, то есть все мы их помним. Хотелось бы программу, которая сейчас разрабатывается, администрации города, во-первых, посмотреть, обсудить ее с депутатами на январском заседании городской думы и посмотреть, как вот увеличение нашего бюджета 2024 года отражается в этой программе. Нижнесергинский водовод заложен 50 миллионов рублей. Это отдельные деньги на отдельные годы. Что касается программы. Значит, программу мы сейчас готовим, согласуем ее с министерством, с вице-губернатором, После этого я, конечно, ее озвучу с теми средствами, которые будут. Игорь Валерьевич, разрешите, а почему бы не покинуть эту программу сначала согласовать с депутатами городской думы? Все-таки не рассмотрите вариант представления ее в январе месяце? Я не могу вам сказать, когда насчет января месяца, только программа будет согласована с министерством или с губернатором, обязательно будет. Ну, то есть в обход Первоуральской городской думы? Ну, вы неправильно сейчас ставите его. Я не думаю, что Андрей Борисович может там, не знаю, или там с кем-то, с коллегами со своими, может предложить какие-то деньги, под которые можно будет запланировать работу. Я понимаю, о чем речь. И когда будет понимание от профильного министерства и от губернатора, подтверждающие какие-то финансовые предложения, когда будет действительно программа, будет подтверждена деньгами, тогда мы, конечно же, об этом узнаем. Я не думаю, что это будет скрываться и как-то будет озвучено.